Начальник областного УМВД генерал Александр Забегалов официально подтвердил намерение покинуть свою должность. Напомним, в Иванове Забегалов проработал почти 10 лет. В июне 2003 года он был назначен начальником управления внутренних дел Ивановской области. В 2004 году ему присвоено звание генерал-майор милиции. Я встречался с министром внутренних дел, мы с вами эту тему говорили, поэтому, значит, учитывая, что ротация кадров нужна, поэтому я написал рапорт о освобождении от меня, с ходатайством министра внутренних дел перед президентом Российской Федерации об освобождении меня от должности начальника управления Ивановской области.